В нашем сегодняшнем видео мы расскажем вам о знаменитостях, которые любят играть в азартные игры. Открывает наш топ Кэтрин Зета-Джонс. Звезда готова часами просиживать возле игровых автоматов и всегда находит время, чтобы посетить игорные заведения. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович попала в рейтинг самых азартных знаменитостей России по версии издания Forbes. Певица часто дает концерты в казино, поэтому и сама любит спустить круглую сумму. Наташа Королева тоже выступает в казино и не упускает возможности поиграть. Как утверждала знаменитость в одном из интервью, ее проигрыши, как правило, намного меньше, чем выигрыши. Однажды ей удалось выиграть $4500. Голливудский актер Мэтт Дэймон тоже относится к азартным звездам. Однако актер участвует в турнирах по покеру, а выигранные деньги жертвует на благотворительность. Певец Дима Билан настолько неравнодушен к азартным играм, что посвящает этому занятию едва ли не все свободное время после выступлений, репетиций и работе на студии. Несмотря на статус и солидный возраст, британская королева Елизавета II довольно азартный человек. Как правило, она выбирает игровые автоматы, но не откажется сыграть в рулетку или сделать ставку в тотализаторе. Гарик Харламов не посещает казино, его азарт проявляется в компьютерных играх. Однажды юморист умудрился проиграть в онлайн-покер больше 5 миллионов рублей. Заядлым игроманом был и Фрэнк Синатра. Он часто давал концерты в залах Лас-Вегаса, после чего шел в казино и проигрывал там кругленькую сумму. Российский актер Евгений Миронов подсел на азартные игры во время съемок в сериале «Достоевский». Известно, что и сам Федор Михайлович был игроманом. Чтобы актер вжился в образ, ему дали $2500 и отправили в одно из игорных заведений немецкого Баден-Бадена, где часто коротал вечера сам Достоевский. А вы играете в азартные игры? Какую самую большую сумму вы проиграли или выиграли? Делитесь в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.